И всем привет, ребят, с вами Сарванька, сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен изменениям в балансе, изменениям дронов. Сегодня у нас пятница, и я только-только зашел в игру, еще не скатал ни одного боя, и хотел бы вместе с вами полноценно пообозревать и для себя разъяснить, стоит ли играть на данный период времени с бустером, тем самым дроном, который... Как по мне показывал за последнее время, как самый жесткий дрон, да, если не считать кризиса, хотя и с кризисом он в каких-то боях даже имел преимущество. Посмотрим, что с ним стало, посмотрим, насколько он эффективен, потому что вчера после выхода того анонса я записал видос, и в комментариях очень большое количество ребят говорило о том, что бустер не будет нагибать, его полностью испортили, и в нем не будет никакого абсолютно смысла. Я же имею позицию, что думаю, что все-таки в нем будет смысл, да, изменится его... возможность реализации, да, то есть теперь не надо вам будет за первые 3 секунды искать фраг и быстро надамаживать, у вас будет на протяжении 30 секунд повышенный урон в 50%, поэтому посмотрим, как это все дело будет работать, сыграем один бой на моем излюбленнейшем уже вооружении за последнее время, это Диктатора Страйкер с дистанционным подрывом, второе вооружение будет как одна из самых метовых имп, это Викинга Молот, ну и заодно посмотрим, сколько мы вместе с вами сможем заработать, у нас сейчас довольно уже, ну такое... Самое пиковое онлайнное время и, скорее всего, будет подпикивать уже тех ребят, которые поиграли сегодня, которые уже знают, на чем нужно играть. Единственное, только сейчас зайду в особые миссии. У нас сегодня появились здесь большое количество всяких разных миссий, чтобы у меня в зачет тоже все это дело шло. И скатаем, давайте первый бой в контроле точек, второй бой сыграем, посмотрим, что у нас там по заданкам. ЦП, да, ЦП есть. Ну и давайте захват флага, второй бой сыграем. Уже на Викинга Молоте, да. И пообозреваем все это дело. Я отлично понимаю гнев тех ребят, которые думают, что бустер не будет нагибать, потому что они привыкли, что они за эти первые 3 секунды наносят хорошее большое количество урона. Но также нужно знать, что вот смотрите, да, у меня вот 50% повышенный шанс крита, вернее крита, урона. И я стабильно наношу хороший урон, да. И если, например, учитывать тот факт, что вы будете жить долгий период времени, то на дистанции, как по мне, этот дрон будет себя даже еще лучше показывать. Понятное дело, что где-то, может быть, у вас не будет залетать те самые ваншоты по средним танкам. Ну, короче, мы сейчас все это дело пообозреваем, но я просто уже в теории понимаю, как это будет дело работать и сколько примерно урона будет залетать. Но этого будет достаточно, я уверен, для тех вооружений, на которых я играю в последнее время. Я думаю, что этого будет вполне достаточно. Вот видите, по 2000 можно просто с выстрела давать. По 2250 я даю с бустера. Если бы я был бы без бустера, то я давал бы по 1800. То есть на 450 урона больше по оппоненту. То есть это сразу же дает возможность ваншота любого легкого корпуса. Да, если у него нет брони, то это ваншот. Раньше у вас такой возможности не было. Сейчас есть на постоянной основе. Поэтому, если вы играете против легких корпусов, и вам не нужно задумываться о том, когда же прожать эту дэшку, когда же поймать этот тайминг. А может там мискликнешь, а может что-то не получится, может что-то там не залетит. А здесь просто стабильненько, накидочка, накидочка и вот шоколадный урон по 4500. По 4500. Там бы вылетало 7200, а 7200 вам и не надо. 4500 будет достаточно, да? То есть я, конечно, сейчас уже начинаю чуть больше расхваливать, да? Но просто я видел очень большое количество хейта. И поэтому я, ну, для себя-то понимаю, что это все равно работает. Это все равно работает, это все равно актуально. И по расходке у нас тоже здесь есть изменения. Да, сам дроп тоже немножко по-другому работает. 13 киллов у меня за 2,5 минуты. Для такого боя нужно набить, ну, хотя бы где-то 50-60.
Плюс-минус. Я при этом еще не знаю, что... То и как обстоят дела с другими дронами. Что там с защитником. Что там еще с чем-то. Это чистый краткий обзор на бустер. Исключительно на тот самый дрон, с которым я играл все последнее время. Да, и с тем дроном, который... Многие хотят, чтобы я снял. Многие хотят, чтобы я снял, но почему-то мне кажется, что с этим обновлением ничего абсолютно не поменяется с бустером. И я как играл на бустере, так и продолжу играть на бустере. Есть, конечно, и другие дроны, к которым мы тоже придем, которые мы тоже протестируем. Мне будет что там сказать, что вам показать даже. Но... Посмотрим, сумеет ли хоть один дрон составить конкуренцию вот этому вот замечательному, замечательному дрону бустер, который уже показывает результат на протяжении, ну, долгого периода времени. И я не знаю, как бы его не хотели нерфить, как бы его не хотели нерфить, как бы его не хотели изменять. Все равно он себя отлично показывает. Сейчас вот, по сути, он имеет такие же характеристики, которые были у чего? У вроде как кризиса, если я не ошибаюсь. То у кризиса были такие же самые характеристики по количеству дэмэджа. Сейчас ему чуть-чуть ее добавили, эту характеристику, чтобы он выделялся. Чтобы был чуть пожестче. Ну, в принципе, как по мне, хороший урончик залетает. Сейчас скрита попробуем. По диктатору нанести. А, мне подавление насунули. Ну, тогда без крита. Уничтожим. Этого можно из крита. Этого можно из крита. Так, мне привет передают. Надо будет сейчас тоже ответить. Молодому человеку. Молодому человеку. И тебя. Так, ну и что? У нас прошло 5 минут. 5 минут боя. За 5 минут боя я дал 26 киллов. Отличнейший результат. Великолепнейший результат. Может быть, даже этот результат является большим, чем я бы набивал бы все это дело с дефолтным бустером. Вот что я вам могу сказать. Даже может быть больше. Я, конечно, не уверен на 100%, но может быть. Ну, плюс-минус. Плюс-минус то же самое. Плюс-минус то же самое. За 5 минут 26 киллов на небольшой карте. Это очень хороший результат. Очень хороший. Так, давайте попробуем по диктатору накидать. Васп. Тоже чуть-чуть получил. Так, хантерочек. Нет. Вардрайв не прошу. Тоже с бустером играют. Вообще, надо посмотреть, с чем играют ребята в матчмейкинге. У кого какие дроны здесь стоят. Я особо внимания не обращаю. Ну, там с бустером, я вижу, чел играет. Еще один против тоже с бустером. Двое против или трое даже против с бустером играют. То есть, ну, значит... Значит, мета особо не поменялась. Значит, как бы не хотели менять мету. Мета не хочет себя менять. Мета себя менять не хочет. 31 килл за почти дефолтный матчмейкинговый 7-минутный бой. Это... Хороший результат, очень хороший. Очень хороший. И больше всего мне нравится то, что мне теперь не надо ловить эту ДДшку. Не надо ловить этот идеальный тайминг там, чтобы качественно прожать, да, там. Потому что часто бывало, что в ноль урона начинаешь накидывать. Теперь даже тебе времени терять не надо. Тебе не надо время терять на какой-то супер тайминг. Ты просто от балды берешь, жмешь. И он у тебя работает. Ну, он у тебя просто эффективно, качественно работает. И работает на протяжении всей твоей расходки. Это самое главное. Короче, мне нравится. Не знаю, как вам, но мне пока все очень даже нравится. Посмотрим, что будет дальше. Посмотрим, что сейчас будет на Викомолоте. Но со страйкером точно работает. Этот бустер на ура. Идеально. Раскладывает все по полочкам. Ну и если там кто-то скажет, что типа ты там играешь не в лучшее время против нубов, ну вроде как сейчас 7:20 по московскому времени вечером,
Это оптимально одно из самых лучших времен по скиллу, да, то есть в эти тайминги самые сильные игроки должны играть в нашу игру. Поэтому вроде как в этом плане они должны что-то давать. Но что-то как-то и я бы не сказал, что тут какие-то жестики. Какие-то жестики. Ну, не сказать, что прям валенки. Но и не сказать, что прям жестики. Я бы сказал так. Ну и видите, что все на бустерах. Все на бустерах. Все на бустерах. Сколько их там, бустеров этих? Ну, против минимум 3-4 даже было бустера. За нас тоже 2-3 чела. Тоже на бустаках. Прикольно. Прикольно. Если себе так будет и дальше показывать этот дрон. Но я думаю, что они что-то будут менять. Мне почему-то кажется, что они что-то будут менять. Потому что они хотели его занерфить таким образом, чтобы на нем никто не катал. Но с таким нерфом я бы не сказал, что это нерф. В этом весь прикол, что я бы не сказал, что это нерф. Ты все так же эффективно можешь юзать всю свою расходку и качественно реализовывать свое вооружение. 50 киллов. 50 киллов за полбоя, друзья. Если я должен был идти где-то на 60, то я иду на 70. Плюс-минус 70 иду. Это вообще бомба. Это супер. Это просто супер. Это просто супер. Давайте попробуем сделать максимум. Давайте попробуем. Попробуем. Если получится где-то 1800 каких, это будет идеально. Идеально в нашем случае. Так. Диктатор. Хорошо. Ритуем. Блин, на себя соло раздал. Не совсем грамотно с точки зрения получения дополнительных очков. Ну ладно. Заезжает еще урончик. Раскатчика еще тыщенку по воспу. Еще добавку по воспу. Шикарно. Ну и тут за счет того, что я прожимал овердрайв, у меня кулдаун ДДшки бустерный. Но не на такой долгий тайминг. Можем прожать. Мне больше всего нравится то, что ваншот. Ваншот любого легкого танка. Если он без ДАшки, либо у тебя вылетает крит, это ваншот. Это очень-очень крутая тема. Ну, по крайней мере, именно на страйкере. А 1000 урона. С обычного выстрела. Сколько с крита я тогда дам ему? Плюс у него резист. Ну, хорош, хорош должен быть, хорош. Хорош должен быть урончик. Может, где-то до 1800 доплывем. Если оно так и будет, то это будет очень хорочечно. Попробуем забрать сейчас вот эту точку. Еще, ну, где-то 20-арик. Да, 20-арик можно плюсануть смело. Нужно, конечно, чуть больше на респы вражеские приезжать. И тогда будет вообще супер. Супер. Так, давайте еще накидочку. Хорошо. Хорошо. Еще. По мамонту. Шикарно. Хоппера может ваншот? Нет, не ваншот. Но с двух выстрелов должен был помирать. 2700 с крита был. Только что урон. Шикарнейший урон. Развороту. С двух скритов. И третий. А, третий без крита. Отлично. Хорошо. Контроль точек. Нам нужен сейчас контроль. Обязательно. Драйв на дике копится просто идеально. Надо чуть-чуть затрайхардить. Хочу выиграть эту катку. Здесь можно получить очень хорошее количество кристаллов. Что у меня отрыв большой от тиммейтов. И заодно посмотрим. Теперь, к слову, кулдаун всей расходки. Вроде как 5 секунд, если ты переключаешься с одной на другую. Если раньше это было 15, то теперь 5. Все приравняли к нетре. Крутая тема. Ой-ой-ой, сейчас больно было.
Сейчас больно заехал по оппонентику. Ну, главное, друзья, что больше легких корпусов играло. Вот все, что я могу сказать. Чем больше легких будет против, тем больше вы будете наваливать. Ну и 75 киллов. Ой, какой же шикарный результат. Просто шикарный. Давайте еще выиграем. Давайте еще выиграем. 15 минут довольно долго, если честно. Довольно долго. Уже усталость чувствуется. Уже чувствуется усталость. Я уже чувствую, что... потиху начинаю выдыхаться. Просто, ну, может быть, я где-то чуть меньше говорю. Потому что пытаюсь сконцентрироваться на своем вооружении. На накидке урона. Так, у меня есть еще... овердрайв, который мы сейчас юзнем. Может, даже два успею набить. За полторы минуты еще один набью. 1800 я хотел дать. Здесь уже по ощущениям не то, что 1800 можно дать. Тоже можно. И... ой, ближе к двоечке приблизиться было. Но сейчас то, что я умираю, плохо. Плохо. Еще и противник точку начинает забирать. ДДшку. Ладно, дроповую можно не забирать. Она, в принципе, мне и так не нужна. Может, тиммейту моему она более нужнее. Хорошо, очень важный сейчас крит вылетел. Попробуем сразу вас подобить. 1700 по нему залетало. Так, и 50 секунд. Контроль трех точек нас будет устраивать на победку в этом бою. Поэтому нужно сейчас этот контроль как минимум попытаться оформить. Меня уничтожают. Три точки у противника. Четвертую мы точно не можем отдавать. Хорошо, Хантер падает в минус. Централочку надо забирать. Сейчас мы централочку забираем. Здесь снизу вас по фриза хорошо ваншотаем. И Васпик сразу едет. Мы сразу вот такую тему раздаем. Добавляем. Уничтожаем. И контроль центра до конца. Хороший урончик. Добавляем еще. Добавляем по хопперу. Ну и добавляем здесь по Васпу. Надеюсь, уничтожаю. Нет, не успеваю. Победочка, друзья. 15-минутная каточка дает нам 86 киллов. Почти 2000 очков. И это первый бой сегодняшний. 10500 по кристаллам. Очень хороший бой для 6 на 6. Я бы даже сказал, великолепнейший бой. Ну и почему-то мне кажется, что со старым бустером я бы столько не набил. Почему-то мне кажется, что не набил бы. Набил бы где-то примерно 70. Мне так кажется. Мне так кажется. Не знаю, как на Харьке условном со страйкером было бы. Может быть, на Харьке было бы и со старым бустером лучше. Но с тем корпусом, на котором ты долго живешь, если ты вообще долго живешь, да, то есть я вот убил 86, 20 раз помер. Мне кажется, что вот если в таком темпе играть, то что ты не респишься, а живешь в таймингах, то этот новый бустер будет себя показывать намного-намного эффективнее. Ну и как я уже сказал, если вы играете со страйкером, то делайте акцент и внимание именно на том, чтобы уничтожать легкие танки. Знаете, что у вас, если он не прожал ДАшку, это ваншот. Если он с ДАшкой, но у вас вылетает крит, это тоже ваншот. И вот от этого вот вы уже играете и максимум делаете, просто делаете максимум. Отличнейший бой, просто великолепнейший бой. И смотрим теперь, что будет с Викомолотом в захвате флага. Посмотрим, насколько будет эффективен он с бустером. Будет ли он наваливать, будет ли давать контенту или не будет. Сейчас узнаем. Сейчас мы все вместе с вами узнаем. Так, мне мешают немножко. Давайте попробуем сейчас по-быстрому, что-то. Так, первый выстрел, 2000, о, это тоже значит, тоже хорошо, а, нет, 1800, 2000 это вылетело потому, у которого дрона не было, либо он был недокачан, либо что, я не знаю. Но, блин, если бы вылетало бы 2000 тут тоже с молота, это было бы очень жестко. Это было бы очень жестко, если бы так и там было бы по двоечке урона. Давайте попробуем уничтожить. Нам тут, наверное, будет сейчас плотная каточка. Главное это реализовывать свои овердрайвы. Если овердрайвы буду реализовывать, то все будет четко.
Хороший урон, но не сказать, что такой прям шикарный, как с страйкером. Со страйкером поприятнее немножко цифра. Ну и я в последнее время тоже на Вика Молоте особо не катал. Поэтому, может быть, для меня эти цифры не так сильно что-то показывают. Ну и здесь противничек делает первую доставочку. Ну такое. Такое. А, это уже даже не первое, у меня вся команда ливает. Ну главное, нам главное чисто посмотреть. И по урону, пофиг там, что мы катку сольем. И заодно посмотреть, сколько я вообще смогу набить урона за бой. Даже за слитый бой. Смогу ли я здесь за катку накидать... Ну, например... Например... Ой, как он меня сейчас неприятно застопил. Как мне неприятно застопил Хантер. А можно было сейчас еще добавить хорошее количество киллов. Можно было добавить. 12, да? Можно ли набить 120 тысяч? 120 тысяч урона даже с слитой катки. Если можно будет, то круто. Нам надо еще как минимум... Ну, хотя бы, наверное, 2 овердрайва реализовать. Если 2 еще реализую, то будет хорошечно. Будет хорошечно. Так, 1300. Не максимал какая-то проходит. Играют, вот видите, играют с подрывником, да? Подрывник, значит, хорош. Нагибает, да? Нагибает подрывничок. Хорошо. Хорошо. Хантер опять с овердрайвом. Опять с овердрайвом хантерочек. Опять на навале. Опять на контенте. Что-то. Но вообще надо попробовать камбэкнуть этот бой. А то я уже как-то так немножко даже смирился с тем, что мы его не сможем выиграть. Но по сути, тут все камбэчится. У меня есть отличное вооружение. Если там чуть-чуть саппорта команды будет, то может даже что-то и пойдет. 2700 сейчас было с выстрела. Хороший урон. Если это раньше был урон 2000, то теперь 2700, да? Хорош, хорош. Хороший, добренький урончик. Попробуем сейчас овердрайв завязать. Качественно. У меня 19 киллов. 19 киллов за 3,5 минуты. Но это тоже неплохой результат. Это тоже неплохой результат. Давайте попробуем завязать тут. Потому что иначе меня бы, скорее всего, бы уничтожали. Хотя бы здесь троечку дал. Лучше быстрый овердрайв, чем я бы сейчас бы профукал очень большое количество времени. И по итогу все равно прожал бы примерно такой же овер. Ой, там еще на центре падает овердрайв. Может быть, если сейчас никто не заберет, то я его сумею забрать. 0.5 летим. Очень печально. Очень печально. Можно, конечно, было бы тут... А, ясно, понял. Хантер. Хантер, который контролирует меня. И ой-ой-ой, как больно сейчас было. Ой, сейчас как больно было. Сейчас было неприятно. Сейчас было неприятненько. Не ожидал я такого подкопчика. Ну ладно, овер есть. Сейчас попробуем реализовать. Попробуем реализовать. Викинг с овердрайвом просто едет, даже ничего не бьет. Критов очень что-то как-то мало. Вот что я заметил. Если сравнить со страйкером. Ну я еще плюс, конечно, диктаторе катал. Там оверов было побольше. Ой-ой-ой, как подрывника там много у... ХПшечки улетело у меня. Так, пробуем уничтожать. Раз. Два. Прожимаем овердрайв. Неплохую накидку даем. Более-менее. Более-менее неплохую накидочку. Плюс выстрел. Меня сразу... Хантера молот уничтожает. 30 киллов! 30 киллов за 5,5 минут. Результат примерно такой же самый, что и на диктатора страйкере. Только диктатора страйкера был, ну, в другом режиме. Да, в котором, ну, наверное, в моменте. Хотя, наверное, нет, наверное, так же самое. Плюс-минус эти киллы идут. Что там, что там. Но мне нравится. Даже на Вика Молоте. Даже на Вика Молоте вот этот вот повышенный урон дает вам возможность где-то уничтожить оппонента, где раньше вы бы его никогда не слили. А повышенный урончик? Ну, повышенный бы урон у меня был бы. Я бы сливал бы, ну, 2 килла максы.
2 кило максы я бы давал бы с них. А тут хоп-хоп. Хоп-хоп, еще накидка. Хоп, сейчас бы еще бы одного бы слил бы. Великолепно. Ваншоты хорьков вот эти вот очень сильно роляют. Легких корпусов. То, чего раньше можно было, конечно, сделать, но там была двоечка. Двоечка урончика была. Двоечка по безрезисту, двоечка по легкому танку без ДАшки. Ой, там контейнер летит по центрику. Опа, наш тиммейт начинает увозить. А что, это камбэчная, что ли? Это камбэчная? Заводим камбэк. Блин, если мы заводим камбэк, то это очень круто. Если мы сейчас выиграем эту каточку еще. Давайте пробовать. Давайте пробовать. Нажимаем овер. Пробуем рубить. 3, 4. 4, больше никого рядом нет. 4 танка на респ. И попытка сразу быстрого увоза. Попытка удачная. Нас пытаются тоже отвозить. Хорошо, убиваем. Еще одного тоже. С бустера. Хороший, шикарный урон. Спасибо тиммейту, хороший тиммейт. Спасибо, хорошая работа. Что вы делаете? Боже, ну это матчмейкинг, что я могу сказать. Это матчмейкинг. И вот с этой командой я должен стараться выигрывать, да? Прикольно. 46 киллов за полбоя. Вот что меня больше радует. Меня больше радует количество киллов, которые я дал. Ну, если вы мне скажете, что этот бустер фигня, то я вам скажу так. Не играйте на нем. Просто не играйте на нем. А я буду играть. А я буду катать. Ну хорош, ну хорош, ну реально хорош. Цифры говорят-то о многом. О многом говорят эти цифры. Но не было бы таких цифр, если был бы плохой бустер. Не было бы. Но я уверен в этом, что их не было бы. Их не было бы. Это очень хорошие цифры. Я бы даже сказал, шикарные цифры. У тека есть дропово. Ой, меня сбили. Неприятно. Это, конечно, Wicked Wins очень странный у нас играет. Нас уже шестой доставляют. А ведь можно было камбэчную оформлять. Я был буквально в 5 метрах от доставки. Все могло получиться. Прожимаем. Контентовый. Титан жмет тоже хороший купол. Рабочий. Делаем еще пару киллов. И стараемся увести. Может быть, сейчас меня тиммейты не заблочат. Может быть, сейчас все получится. Сейчас узнаем. Ой, опасно было. Блин, Хантер режет. Хантер жестко обрезал. 57 киллов. 57 киллов за 10 минут. Даже чуть меньше. Офигеть. Жестко. Очень хороший результат. Давайте попробуем сыграть весь полный бой. Надеюсь, что моя команда сейчас не упустит флаг. Мне даже интересно здесь до сотика реально дотянуться. Но пока я иду... А, не, я иду, не иду на сотик, я иду на 90. Я плюс-минус иду на 90. Но 90 это очень хороший результат. Очень хороший. 90 это даже не то, что хороший, это отличный результат. Я таких цифр не бил. Я таких цифр точно не дал. 2700. Вылетает по Хантеру без ДАшки. Плюс это он с дроном. 2700 еще добавки. Ставим. ХП очень мало. И Хантер тут как тут. Ой. Ой, один и тот же Хантер все делает. Офигеть. Меня уже один и тот же Хантер уничтожил... Ну, большое количество раз. Очень большое. Я бы, если бы не этот Хантер, уже бы столько поставил. Сейвит флаги только так. Только в путь. Так, 63 килла. Есть овердрайв. Попробуем реализовать. Тиммейты увозят. У нас есть отличный шанс. Лак серва, я понял. Спасибо за овердрайв, как говорится. Люблю прожимать овердрайвы, когда лак серва происходит. Ну ладно.
Здесь он, в принципе, особо ни на что не повлиял. Доставка есть от тиммейтов. Сразу попытку еще одного воза делаем. Ой-ой-ой, как больно сейчас было. Как больно было. Ой-ой-ой, поджог. Какой же жесткий поджог. Какой же жесткий поджог. Блин, сколько флагов я уже оттянул на одну и ту же позицию. На одну и ту же позицию вожу флаги. Но чуточку не хватает чего-то. Чего-то не хватает. Чуть саппорта не хватает от тиммейтов. Ну чуть бы подмогли мне. Чуть бы подмогли бы мне тиммейты. Можно было бы уже бы доставить еще где-то флага 3. Так, у нас сейчас будет пытаться увозить. Попробуем на расстоянии сейчас что-то покидать. Раз, два. Хороший выстрел, шикарно. Так, и тиммейт будет пытаться тоже оттаскивать, да? Будет пытаться оттаскивать, или он просто на накидке стоит? Я понял, он просто на накидке стоит. Попробуем сейчас уничтожить. Вот этого хантера сначала. Самого противного. Так, и здесь меня просто овердрайв прожимает. 70 киллов! 3 минуты 70 киллов. У меня еще как минимум 2 овердрайва должно быть. По идее. Но у нас пытаются увозить. Очень плохо. Хорошо, блочим. Закрываем. И за счет хороших урончиков уничтожаем оппонента. Супер. Супер, 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 супер. Великолепная работа. Теперь нам нужно еще завязать хороший овер. У нас есть тайминг. Мы жмем овер. Уничтожаем только одного, к сожалению. А, я там тиммейт байтил. Не понял, закрываю. А, наш не увез. Я думал, что он не попал первый, я успел закрыть. Овер наверху, 2 минуты до конца. Мне надо 15 киллов. 15 киллов, ну, в теории это реально. В теории это реально, но это очень сложно. Надеюсь, что он не за овером. Да, он не за овером. А, тут овер уже забрали, понял. Хорошо. Раз скилл. Два сейчас будет, может даже три. Раз. Раз. И добавки. И вот сейчас добавочки сюда. Ну и теперь мне надо где-то еще найти. Где-то найти еще 12. Всего лишь 12 киллов. 11 киллов. 11 киллов. За минуту 20, может даже 10. 10 киллов. Так, ну, мне бы овердрайв. Мне бы овердрайв. Вот сейчас было бы неплохо, если бы я пожил. Здесь, если бы я сейчас пожил. Ай, чуть-чуть, 10 киллов. Овердрайв будет, наверное, да, 63. Мне сейчас надо кого-то уничтожить по-быстрому. Каждый килл это 10 примерно процентов. А, ну так я и понял, короче. Благодарят меня за игру, значит. Все понятно, почему меня так жестко обрезали. Ну ладно, ничего страшного. Давайте попробуем все равно свою цель выполнить. У меня все шансы есть. Чтоб свою цель выполнить. 98. Ой-ой-ой, тайминг, 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 тайминг. Шикарный. И с разворотом. Добавку. Еще. Еще, 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 еще. Тушить, 20 сек. Тушить. 87, мне 3 килла надо. Тушануть 3 килла. Блин, КД все равно. Все равно КД. Почему все равно КД было? Ай, 2700 почти ваншотает. 2700 почти ваншотает. 7 секунд. Ай, ну все забрали, короче, у меня. Все покрысили, надо было хитро сыграть. Вот так вот надо было. Но я не сыграл хитро. 88 киллов. 88 киллов для такой катки, это тоже очень хороший результат. Короче, выводы делайте сами. Но я вам скажу так. Я вам скажу так. Этот бустер жестче. Этот бустер жестче. Что бы мне кто сейчас не сказал, кто бы не поверил мне, но этот бустер жестче. На дистанции, на любом среднем корпусе, возможно, на легком корпусе он будет хуже. Да, он может быть хуже. Но если вы живете долго на своем вооружении, то я вам точно гарантирую, что вы сделаете лучший результат, чем с предыдущим бустером. И с таким бустером играть проще. Все-таки с тем бустером надо было ловить тайминги, надо было включать голову и за счет этих всех таймингов четко наносить урон. Сейчас же вы просто прожали ДД и стабильный плюс 50% к своему урону имеете. Наваливаете
И все у вас хорошо получается. Никаких проблем нет. Поэтому я думаю, мы, конечно, будем еще тестировать другие дроны, но я думаю, что на данный период времени лучше этого дрона только Кризис. Даже несмотря на тот защитник, я его еще не видел, но вот мне кажется, что бустер будет лучше. Как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу, пишите, что вы думаете по поводу бустера. Возможно, у вас есть какие-то уже свои мысли, свои тесты, свои видения этой всей ситуации, дронов. Возможно, вы мне посоветуете, что мне лучше там дальше протестировать, что бы хотели увидеть, может быть, заметили какие-то моменты. Все это жду в комментариях к этому видеоролику. Также буду безумно благодарен, если поддержите видео с лайком. Подписывайтесь также, друзья, на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.